Доброе утро, ребята! Просыпаемся и вместо зарядки рисуем. Пьем кофе и рисуем. Сегодня это будет приключение кота Мюнхгаузена. Взяла я сюжетик из этой открытки, но она мне показалась скучной, и не было в ней изюминки. И вот я добавила изюминку, нарисовала свой сюжет, и сейчас буду рисовать. Приключения кота Мюнхгаузена. Коты, как правило, ищут приключения на свою пятую точку. Поэтому порисуем, посмотрим. Опять, значит, приготовила я влажную палитру, акрил. И поехали. Так, надо тряпочку еще взять. Так, взяли вот. А сейчас будем рисовать быстренько, потому что всем надо спешить с утра. Ну, это с утра очень хорошая зарядка для настроения. Можно включить музыку для хорошего настроения. Я ее сама себе внутри напеваю, эту музыку. Рисую я на опять же таком на картоне. Облачко такое будет. Кот нашел свое приключение. В чем оно, вы видите? В чем прикол? Так.
Вот акрилом я заполняю. Сейчас я буду рисовать дерево. На котором висит кот. Так, вот такой вот. Ветку. Ствол дерева. Рисуем быстро. Так. Ну и самого кота. Вот он коричневенький у нас. Коричневенький. Благородных таких кровей. Это у нас, похоже, британец. Лапками вцепился. Ветку. Ну, а ветка, естественно, под таким весом трещит. Под его весом трещит ветка. Так, под его весом трещит. Что теперь?
Сейчас я сделаю нежно птичек. И та, которая сидит у него на голове, тоже нежненько так. Ну, а теперь... Зря. Облачко такое, что высоко он забрался, этот кот. И сейчас контуром рисуем самого кота сейчас. Вот такой у него тут нос. Хитрый, перепуганный. Британцу ж надо голубые глаза нарисовать, да? Тут я ошиблась. Рисуем голубые глаза британцу. Дальше идут вот такие зрачки у него перепуганы. Ну и все, теперь пошел рисунок.
Воробушки летают над котом, чувствуют себя в безопасности. На голове у него сидит воробей. Наглый такой. Нахальненький воробушек. Что такое? Так, вот. Город немножко нарисую. На городе можно не заострять свое внимание особо. Просто надо показать, что кот очень далеко залез. Все. Его приключение может закончиться полетом. Так, полетом может закончиться. Ну что, теперь... Птичек. Грудки у птичек разрисовывают. Раз. Так, что еще тут интересного такого? Ага. Вот так. Усы коту. Усы коту. Усы. И
Усики тоненькие надо нарисовать. Сначала вот такие. У вас ус отклеился, да? Теперь осталось сделать контур коту. У меня тоже, наверное, я попала в приключения. Видите, город у меня мы с котом попали в приключения. Был такой красивый город. Но... станет еще лучше. Так. Помягче. Сдержалась я на крыше. Так, теперь надо вот закатывать рукава. Почему надо закатывать рукава? Вот потому, друзья, чтобы не помешать работе. Так, ну, что еще? А, вот как раз лапки коту надо. Когатки ему нарисовать.
Будем надеяться, что эта ветка не треснет и выдержит этого ловеласа. Птички он захотел. Ха-ха. Ты глянь. Птички захотел. Да нет, мой дорогой. Так. Ну, в принципе, можно для настроения добавить снежка. Это же все-таки предновогодние у нас дни, поэтому можно добавить снежок такой. Летит с туч. Это придаст рисунку уютность такую. Детскость такую. Ну и ситуацию сделать более оптимистичную. Вот как эти снежинки летят легко и просто так. И наш кот приземлится мягко. Приземление будет мягким. И его приключение закончится счастливо. Больше он не будет охотиться на птичек. А будет дома кушать вискас. Преспокойно свой. Ну вот, пожалуй, все. Я нарисовала таких чудесных птичек, кота Мюнхгаузена. Тут можно еще добавлять что-то, ну. В принципе, рисунок уже завершен. Вот тут ставлю или на дереве напишу. На дереве напишу. Какое сегодня число? 3-е. Двадцатое. Все, друзья, вот такой получился кот. И такая получилась картинка. Пока я оденусь на работу, картинка уже высохнет, потому что это акрил. Рисовала я акрилом вот таким цветным на влажной палитре. Еще вечером эти краски не просохнут, а будут такие же мягкие, пластичные и готовые к работе. Вот такая получилась картинка. Рисовала я ее на ДВП. На картоне. Извините, на картоне, на мягком картоне. Вот так вот. На этом пока. Всем хорошего дня. С хорошими приключениями.